честь своей того, даже у тебя с зимой. Семенином. Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый птаха. Я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Да, мертв. Привет от лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно? Смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Какой хороший день. Птаха, а кто... Как там, черт побери, ее звали? Джейд! Кто это Джейд? Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги, так сказать, кахонс. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Да! Пусти его. Это опасные люди. Перейди им дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь, если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы! Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался, птаха. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. Отлично. Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. У меня для всех вас сюрприз. Всем привет. Это Мэн Фаро ТВ. Гера Хитман. Абсолюшн. Продолжение. Эй, ты где карманьё достал? Мёртвого бомжа снял? Так, ну что? Надо будет... Здорово, всем привет, кстати.
Так, надо что-то тут разведать. Так. Просто снаряжение. Мирно. Продвинемся дальше. Привет, как дела? Смотри осторожно. У меня все хорошо, спасибо. Замечательно. Запрятать бы. Сейчас. Стоп. Назад. Здесь рычаг какой-то. Я увидел все снова. Какого хрена? Чего ищешь, придурок? Неприятности? Отлично. Ах ты, сукин ты сын! Байкер недоношенный! Ты кого назвал недоноском? Теперь можно ползти. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Эй, правила вежливости отменились. Дай-ка мне стул.
как сниму маскировку. Насрать! К черту подробностей! Ты уже дважды чуть не сел за то, что избивал Донну Джо. Но это, приятель, третий прокол. Хваля! Угадай, какого вонючего козла... Я тебе пасть порву и рога поотшибаю. Гражданин? Чувак, я тут работаю. Не убивай! Я просто тут работаю! Парикмахерская! Ежедневно! Ровно в 12! Добрался. Наконец до цели. Эй, амиго! Как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае, зайди в оружейный магазин МакГарменда. Там для тебя небольшой презент.